Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 807. Пусть А – множество однозначных натуральных чисел. Первое. Опишите словами каждое из подмножеств множества А. Итак, первое подмножество, состоящее из следующих элементов. 1, 2, 3, 4, и 5. Это подмножество натуральных чисел, меньших 6. Следующее подмножество, которое состоит из следующих элементов. 2, 4, 6, 8. Это подмножество чисел множества А, которые являются четными. И следующее подмножество, состоящее из элементов 3, 6, 9. Это подмножество чисел множества А, которые кратны 3. И второе задание. Укажите еще 3 подмножества множества А. Например, подмножество, состоящее из следующих чисел. 1, 3, 5, 7, 9. Это подмножество чисел множества А, которые являются нечетными. Или из следующих элементов 1, 2, 3. Это подмножество чисел множества А, которые меньше 4. И, например, следующее подмножество состоит всего из одного элемента 5. Это подмножество чисел множества А, которые кратны 5. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.